Hold up. Всем привет! Привет! Вот мы летим дальше делать наш любимый домик. И мы еще едем еще за одним помощником. Так что сегодня мы сделаем все. Сегодня будет тройная сила. Да. Нет, 2,5. Ну, я бы сказал, 1,6. Вы по 30. Смотрите, как темно. Все спят еще, сегодня суббота, выходной день. А мы едем арбайтом. Вот так надо работать. Если хотите какой-то результат, не надо сидеть на диване и лежать на кровати. Вот надо наш ЖД-вокзал Брест. А еще Максим хочет купить корма для Жорика. Жорика. Куплю корм. Рыжего кота нашего. Потому что вчера дед кормил котят. И слышу, что он пошел отсюда вон. Короче, он его гоняет. И котик всегда сидит у нас. То есть у него надежда только на нас. А мы надежду должны его оправдать. Даже я когда выношу мусор с дома с палкой, ну палки эти, плинтуса, он боится. Видно, что он палок боится, наверное, его били. Вот идет моя мамуля, наша помощница. Пакетов набрала, блинчиков нажарила. Идет, пробирается. Красавица. Здравствуй, да, доченька. Да, убери свою камеру. Набрала пакета. Пожалуйста, да, женщина. Куда вам? Куда вам, женщина, надо? А? Куда? Весь комплект в сборе отправляемся в деревню. 0,3 сидит в машине, полетели. Пришлось в магазин идти. О, Максим купил рыжему коту корм Китикет. Жорику. Он будет к тебе бежать все время теперь. Он всегда ко мне бегит. Любишь котиков? Да. Все теперь в деревне. Как всегда встречает Жорик. Хороший Жорик, хороший. О, где-то спал, уже ноги тянет. Хочет, сейчас он живет большой, нет? Хочет кушать. Ну я большой живу. Выходи, мам. Это он сейчас просто... Включи свет, пожалуйста. Джугается. Мам, заходи. Осторожно, у нас порогов нет. Закрывай. Я это ставлю. Вот только попробуй, Женя, я тогда вообще отпишусь. Красиво, очень даже красиво будет. А сейчас некрасиво? Так это так и будет. Так через 10. Вот сегодняшние наши планы. Демонтировать эту комнату. Мне кажется, это привидение, смотрите. Да, привидение. Эти люди привидения, все-таки на правду говорят, что здесь душа бабушки ходит. Короче, будем демонтировать. Спасибо. Я думала, красивой девушки. Мы тюлени видим. Мы будем демонтировать вот эту. Ты кого снимаешь? Ну я смотрю, бабулю? Как. Нет, как мама тюлью полы моет уже. Полы протирает. Это тюлью. Это тюлью еще. Такой чистой, белоснежной. Еще да? Попросите. Да, шелковистой. Шелковистая. Будем, короче, демонтировать вот эту вот. Комната. Это комната, когда вот с прихожей. Ой, заходишь, с правой стороны у нас будет отдельная комната. Вот Максим уже принес мембраму не по назначению. Будем накрывать этот диван. Сейчас все по возможности отсюда выносим. А, перчатки вам надо тебе дать. Все, работаем. Работаем, господа. Ломай, мама, круши все. А тут нету этого гипсокартона, да? Там гипсокартон. Там ломиком обои, надо. Обои не делать. Обои не... Ну там гипсокартон сразу. Накрываем. Чем-то поддеть надо, да? Ломиком. Ломиком. Это Максим будет. А у нас два ломика. Я здесь уберите, сегодня я буду бригадиром. Чего
А вы думали? Так, убираем розетки. А что целое? Что, обязательно целое? Ну делайте по кускам, то вы будете полдня. Потихонечку. Максим, ну у нас не получается целиком. Сломайте низ, потом вверх. Смотри, какие тут красивые обои были. Смотри, Максим, красивые обои были. Ломайте низ, а потом снизу пойдете. Мне нравятся такие интересные. Розоватые. Ой, я могу. Одни обои, вторые обои, третьи обои. Еще гипсокартон, а потом еще одни обои. Тут тоже, видишь, Максим, обои на дереве. Сразу видно, что Максим взялся за работу. Если здесь... Нравится, мам? Нравится. Особенно вечером будет нравиться. Так, кто больше сделает, тому будет ужин. Твоя мама не будет есть? А можно сначала ужин, а потом... Твоя мама что, сегодня не поест, выходит? Будет ужин, который приготовила мама. Да. Что? Будет ужин, который ты приготовила. Я не знаю, будет Максим ужин, который... Потому что я уже не делаю. Потому что ты голодный, что ты хочешь кушать. Вот тут хоть обои нормально этого отлепляются. Здесь одни подключатся. Да, может быть. Иди, мама, нести. Чтобы вот эти видите? Деревянные стены просохли, видишь? Букашки, какие-то завелись в уголку, сырость. Малер высшего класса. Черная а рабочая. Я кто? Я специалист, так вы и есть подсобный. Я, смотри, оторвала эту фигню и... Нет, ну вы же подсобный рабочий выходит, потому что я же специалист. Так что вы не носите. Я специалист. Ну-ка. Прикол. Город вам какие были раньше обои. Повесите на стенку и будете это я оторвала. Между прочим, когда я делала в кухне ремонт, деревянный пол, помнишь, ты привез гвоздодер? И сказал, вы не трогайте этот пол, я приеду, сам его сорву. Я ходила, беру гвоздодер, хоп-хоп, одну эту половицу, хоп-хоп, вторую, и пошло. Какие гнилые, на пятом этаже какие гнилые. И сорвала весь пол, и еще и вынесла вниз. Мама, ты азартная женщина. Да, я такая. Что ты ж, у меня уже не получается, убери камеру. Пол комнаты и готово! Вот так. Да, а он снимает? Вот. Работает. Все, здесь поубирали, здесь было много гипсокартона. Последний совок. Нет, почему последний? Я имею в виду последний совок, я больше не буду покупать совки. Женя там работает. Уже Женя разделась, потому что жара. Жара июнь, значит что? Она начала работать за эти последние дни, которые она одета ходила вот наконец-то. Нет, она работает. Просто столько... Ух! Такой демонтаж, что уже лето на дворе. Начали зимой, привезли маму зимой, а сейчас уже апрель. Так, все. Выпустите нас! Работать! Выпустите! Мама, беги! Пусть мама будет здесь, мы же еще будем кидать. Да? Вам жарко? Очень. И голодно. Аж хуска на нас. В нашем доме не кормят. Я так и предполагала. Поесть. Поэтому я приехала со своим. Кто не работает, со своим тот поваром? Ест. Я не работаю. Я так. Поем, они...
Не будет есть. Все, сейчас будем эту вот стенку. Нет, сейчас еще вверх вон там надо. Это где? Отодвинем, вот. Это передвинем. Более... Там гипсокартона провода. Нету, там чисто обои. Посмотрим, вот как обои будет. Будут слазить. Вкусные бабушки блинчики? Да. Самые вкусные, наверное, бабушки блинчики. Да, бабушка. Сначала выгрызала все. Выгрызал кружочки внутри? Да. Как Максим. Кружочки, как смазку. Рассказывайте дальше, что это. Женя. Засранка, Женя. Ну вот, половину комнаты сделали. Я уже это показывала, сказала. С большего обои содрали. Как и... просто передвигать мебель. Мы сделали колесики в предыдущих видео в начале. Ой, там... Видишь эти подвижения? Сейчас мы передвинем все на эту сторону. Диван тоже передвинем. И будем уже половину эту делать. Я никогда не подзеру. Это Женя, подзеру. А сейчас мы пойдем пить чай с блинчиками. Мамиными. И сгущенкой. И сгущенкой. Ну все. Жопа не треснет. У тебя же треска. Мне кажется, она у тебя при рождении треснула. Самое опасное так разговаривать, когда у меня лобик, ясно? А печку разбирать. Знаете, что Женя хотела сегодня? Печку разобрать. Женя хотела с вами сегодня печку разобрать. Печку? Да расплюнуть. Вот! Мама, мой компаньон. Начали делать вторую сторону. Процесс пошел. Как приняли меня, прием. Пообедали, набрали сил. И вперед! Женя ж замерзла. Еще ходит на второе место. Кто рекордсмен по отдерке гипсокартона? Я рекордсмен. Ты. Смотрите, как сделана перегородка между комнатами. Ой, там написано 55. 55, 1, 2, 3, 4, 5, 55. Баба Ягодка опять. Это собирали. А где один? 1, 2, 3, 4, 5. Значит, это с чего-то собирали? Стоят девчонки, юбки по колено. Стоят и нас, пацанов, ждут. Тебя уже точно никто не ждет. Ждут! Улыбайтесь в камеру, мама. Ага, еще и улыбайся. Неси еще и улыбайся. Тут вот главное, хоть бы не пернуть, она еще улыбайся, говорит. Уже мама не те года твои. Ой, ладно, уже по мои года. То надо сдерживать другие мышцы уже. Вот такой помощник. Счастливого пути. Вот такой бы тещу всем бы. Подождите, попал, попал. Последние штрихи. Отрываем это. А, и вверх еще. Бывает про вверх. Здесь между комнатами надо будет. Мы между комнатами, наверное, здесь будем утеплять, чтобы была шумоизоляция нормальная. Чтобы не слышно было, как Юрьевна храпит. Ты, может, еще громче будешь. Ладно, храпи, да. Только не устраивайте, пожалуйста, соревнования. Кто будет сильнее храпить? А ты не говори, мне что громче. Я не храплю. Вот мы начали одну сторону. Фу, блядь, потолка, оттуда все сыпется. Вот тут зерна покажи, мыши. Сверху там были зерна чьи-то лежали, вот. И просачивалось между досками, вот зерна. Зернышки. Будем менять, где гнилые доски, будем выбивать, менять, ну нормально. Мыши, жучки, что-то только не живо. Еще и обои на этом, на досках. Ну как в кухне все, нахренать я буду. Ну а как потолок украсить обоями? Давай возьмем, вынесем. Подвинь туда стремянку. Все, без меня не можешь ты, да? Нет, не могу. Что убить? Еще что? Поцеловать тебя? Нет, не надо.
только не... Ну я не смогу, он тяжелый. Осторожно, окно. Кончик. Давай! Согибаю! Ну, там порва. Вот, все, тащи. Порвозим. Может, тут на улице вытащим? Нет, я не... Счастливого пути! Мы уже закругляемся на сегодня. Вот наша проделанная работа за полдня. Печка эта с той комнаты будет убираться. Заделываться проем будет. Максим чистит бензопилу, папе отвезем. И едем до дому, до хаты мыться, смывать себя всю пыль. Не устала, мне было приятно помочь детям. Спасибо, мамочка. Потому что зять обещал купить киевский торт. Тебе не холодно? Нет, не нормально. Он наработалась. Тепло на улице. Максим подготовил бензопилу для папы. Да? Я у него беру, она чистенькая. Правильно, надо так же отдавать. Но у него, блин, компрессор, намного легче почистить. А вот там вот с той стороны озера, если видите, там жгут костры и расчищают местность. Не знаю, что там, может, какие-то домики будут делать для отдыхающих или для рыбаков. А, ну, просто будем следить за этим моментом. Чигиря распускать. Все, на этом мы прощаемся с вами. Смотрите наше новое приключение в демонтаже нашего домика. Так что, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйтесь. И смотрите новые серии. С вами был Макс Мастер и моя любимая Женька. До новых встреч. Пока-пока.